День солидарности, объединения и гордости за свою страну. В России отметили День государственного флага. По всей стране, от Владивостока до Калининграда, в честь праздника прошли парады, уличные гуляния и концерты. В Нарьян-Маре главные торжества прошли на площади Марацей. России в день народного праздника – традиция, которая объединяет граждан одной страны. Сотни национальностей и народностей, языков и диалектов, десятки республик, областей и округов. Их объединяет не только общая история, но и любовь к родине. Я знаю, что Россия замечательная страна и то, что она очень хорошая. А почему она хорошая? Потому что она очень добрая. Главная площадь округа Марацей украшена триколорами. Артем пришел вместе с сотрудниками молодежного центра. Для него это второе празднование национального торжества. В прошлом году, 22 августа, он был в Крыму. Сейчас флаги держим, и у нас там люди рисуют триколор на лицах флаги. Да, объединяет людей. То, что в нем три линии, то, что не помню, что они, конечно, означают. Красное помню, что кровь означает то, что пролили на войне. Белый вроде как дружба, что ли, типа свет, а синий я точно не помню. Как оказалось, у каждого жителя округа своя трактовка цветов триколори, и это неспроста. Согласно мнению геральдистов, единого символического значения цвета на флаге не имеют, поэтому белой, синей и красной полосам приписывают самые разные трактовки. Небо, потом как-то чистоту или что-то такое, и что-то еще я не помню. Красный. Что? С чем у тебя красный ассоциируется? С миром. Поздравили жителей округа в этот день творческие коллективы городского дома культуры. Зажигательные выступления ансамблей, музыкантов и солистов звучали со сцены до 10 вечера. На площади жители округа поздравили друг друга и всех россиян. Этот праздник символизирует прежде всего, связано с родиной, гордость, наверное, за родину свою, за нашу огромную страну. В общем, все самое светлое. Здоровья крепкого, чтобы всегда были веселыми, жизнерадостными. Все-таки праздник – это всемирный, российский. Так что всем здоровья! Поздравляю жителей округа с замечательным праздником. Россия – это мощь, и так и должно быть, я так думаю. Такие праздники нужны для вас? Обязательно. Хотя бы для того, чтобы молодежь знала, что Россия есть, была и будет. В день государственного флага Российской Федерации в Сочи у подножия чаши Олимпийского огня установили новый национальный рекорд. В знак единения россиян там развернули самое большое в истории полотно российского триколора площадью 2100 квадратных метров. Также в рамках акции «Парад флагов регионов России» составлена единая композиция из флагов. Площадь полотна составила более 2000 квадратных метров. Ее частью стал и флаг Ненецкого автономного округа. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, телеканал «Север».